Добрый вечер, дорогие друзья. Наверняка не все еще отошли от исторической победы нашей сборной на чемпионате мира по футболу над испанцами. Ну а мы предлагаем вам переключиться на другой, не менее, а может быть и более мужественный вид спорта – регби. Вот такие попытки начинают с первых минут заносить красный яр в игре очередного... Пока в атаке слава. Недалеко от 22-метровой линии. Пытается пробить оборону красного яра москвичи. Пока не получается. А вот здесь выпустили на оперативный простор Виктора Ткаченко. И сравнивается счет сегодняшнего матча. Да, упустили крайние сейчас красного яра. 14. Трибуны всячески мешают ему сосредоточиться. Но летит мяч и попадает. Попадает Алексей Бураков, выводя славу вперед. 8-5. Двигается к 22-метровой зоне достаточно прилично. Четвертый номер Яра. Атака продолжается. Разворачивается она на левый фланг. Руидзе. Отличная передача на Лату. И Лату убегает. Играючи так с мячом прошел по самой-самой ленточке боковой. Мячом уже в 22-метровой зоне славы. А здесь здорово! Здорово показал обманными движениями, что будет вправо двигаться Богдан Федотко своему оппоненту. Хотя можно, конечно, после двух нереализованных много уверенности в себе потерять. Бьет Сергей Сугробов, попадает на этот раз. 17-8. До 9 очков. Шаг стоять! Оп! А здесь уже перевели мяч на Голосницкого. Голосницкий отдает Федотко. Федотко чуть-чуть там не добегает до зачетки. И тем не менее мяч остается у красного яра и Антон Рябов. И проникает практически уже в зачетку. Сугробов. Нет, не пускает Сергея Сугробова. Отдает он мяч Пруидзе. Пруидзе в борьбе с тремя игроками славы. Попытку фиксируют арбитры. И нужно оказать помощь сейчас Василию Артемьеву. Получил он серьезное повреждение. За вот этот вход жесткий в игрока желтая карточка и удаление на 10 минут. 27-8 счет. И увеличивается он еще на 2 пункта. 29-8. Гарбузов сам пошел. Просочился между двумя регбистами славы. Там еще Печикови помог. А это Соня Лату. Вторая попытка донголецкого легионера в сегодняшнем матче. По самой бровке вновь убежал 14 номер красного яра. Партнеров приблизится к нему. Так, отдал ближнему передачу. И атака веером пошла. Василий Артемьев здорово линию рвет. Передача на Евгения Коломейцева. И он совершает первый свой занос в сегодняшней игре. 7-й в общей сложности у красного яра. Не пожадничал капитан. И несложная реализация Сергея Сугробова. Красный яр сегодня может набрать второй значок. Опять же, две игры в запасе. Завладевает мячом тут в борьбе с двумя игроками Енисея СТМ. Евгений Гольштейн. Еще одна атака пошла. Ильин, пас на Чебана. И вот уже разрывают буквально оборонительные порядки славы красный яр последние минуты.